Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился со школьниками гуманитарной гимназии интерната для одаренных детей из села Актаныш. Встреча прошла в рамках совместной работы вуза и образовательных организаций Республики Татарстан. Это мероприятие позволило не только поддержать талантливых детей, но и познакомить их с Казанским федеральным университетом. И для подготовки кадров для Республики и для Российской Федерации данная работа, она очень необходима. Она является одним из основных важных этапов в работе при отборе, выборе в дальнейшем студентов для нашего университета. Ректор Казанского университета отметил, что в университете созданы все условия для профессионального роста и развития. Мы видели, что из себя в целом представляет Казанский федеральный университет сегодня. Это не просто большое учебное заведение, это определенный холдинг, где есть достаточно большие свои подразделения, которые занимаются научно-исследовательской работой, есть подразделения, которые занимаются трансфером технологий, то есть то, что делается учеными, нашими преподавателями, нашими студентами. Школьники посетили исторический и зоологический музей университета, встретились с ответственным секретарем приемной комиссии Олегом Бодровым и увидели аккредитационный симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. А мне все очень понравилось, особенно экскурсии по музеям, потому что вот реально увидеть вот это все вживую, это очень-очень круто. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.